Союз российских городов начал свою работу еще в марте 1991 года, как добровольное объединение органов власти. В составе 82 города. Сегодня Союз решает задачи по развитию городов-участников. Особое внимание уделяется теме благоустройства территорий. Когда город выходит с какой-то инициативой или что-то в этом городе делается лучше, чем у других, мы всегда едем, смотрим, обмениваемся опытом, даем какие-то рекомендации. То есть в этом заключается деятельность нашей организации. Визит Союза городов в Челябинск включал осмотр местных достопримечательностей. ЮРГУ стал единственным вузом, которому выпала честь принять у себя на экскурсию состав делегации. Экскурсоводом по знаковым местам нашего вуза стал проректор по административно-хозяйственной работе Вадим Трофимычев. В ходе осмотра гости познакомились с энергокомплексом университета, центром суперкомпьютерных технологий, мини-ТЭЦ и телерадиокомпанией ЮРГУ-ТВ. Главный редактор Наталья Тучкова рассказала гостям о процессе вещания и слаженной работе коллектива. Мы работаем на зрителя, мы работаем на эфир, у нас своя кабельная сеть, 63 канала. В конце дня членам делегации Союза городов России предложили подняться на смотровую площадку главного корпуса ЮРГУ. Здесь перед гостями открылась панорама нашего города. Далее в программе визита запланировано совещание совместно с городской думой Челябинска по правилам благоустройства.